Торжественная линейка в честь начала нового учебного года состоялась и в средней школе номер 15. Здесь пару школы впервые переступили более 120 первоклассников. Подробности в видеосюжете. Ни погода 1 сентября не омрачила школьный праздник. Торжественную линейку «День знаний» в 15-й средней школе организовали в спортзале. В этом году учебное заведение приняло большое количество первоклашек. Всего сформировано 6 первых классов. В этом году для этих малышей прозвенел по-настоящему первый школьный звонок. Сегодня в первый день нового учебного года я привел в первый класс своего правнука. Очень рады этой школе. Пусть растут на радость своим родителям и радуют своими знаниями. Светлого неба над головой всему народу. В стенах школы обучается 1200 детей. Руководство школы и педагогический коллектив прилагают максимум усилий для реализации образовательных реформ. В этом учебном году продолжится переход обучения на английский язык по нескольким предметам. Мы обучаемся по обновленной программе образования. В этом году на нее переходят 3, 6 и 8 классы. В рамках трехязычия в нашей школе с этого года физика, биология и информатика для 8 классов будет преподаваться на английском языке. В следующем году и старшие классы тоже будут изучать эти предметы на английском языке. Поэтому мы внедряем уже в этом году. После торжественной линейки для первоклассников прошел первый урок, посвященный Дню знаний. И, конечно же, не обошлось в этот день без коллективной игры. Она хорошо способствует первому знакомству и сплочению первоклассников, отмечает учитель. Каждый раз, когда принимаешь первый класс, испытываешь особое волнение, потому что это большая ответственность. После своей мамы позже они с чистым сердцем и душой начинают видеть в учителе свою вторую маму. Чтобы оправдать надежды этих детей и их родителей, я хочу достойно воспитать своих учеников и дать им хорошее образование. 15-я средняя школа стала одной из тех, где 1 сентября заработал новый IT-класс, который, как надеются учителя, позволит развить интерес детей к новым технологиям. Напомним, что IT-классы открылись в этом году в 50 школах города в рамках проекта «Цифровой Казахстан» и под руководством партии «Нур-Отан». Саулия Пайгалиева, Ернур Калилов, телеканал «Семей».